Данная мелодия состоит из двух частей. Рассмотрим первую часть. Вот это играется два раза. Сыграли два раза и закончили первую часть. Теперь переходим ко второй части. Это тоже играется два раза. И мы завершаем вторую часть. То есть, что у нас получается? Рассмотрим левую сторону. Первая часть. Теперь давайте рассмотрим вторую часть. Здесь в начале аккорды ДМ, АМ, С и F играются по одному разу, то есть один раз нажимаем бас и один раз аккорд. Один раз сыграли, переходим на следующий аккорд. Вот таким образом играется. А дальше уже привычным образом, по несколько раз. Начнем. На этом все.